Зовут меня Сергей Мартынюк, специалист в области травматологии и ортопедии. Работаю в сети Audenvet. Донести важность стерильности этих операций. Кости, суставы и так далее должны проводиться в условиях повышенной стерильности. Они должны проходить гораздо чище, чем любая абдоминальная хирургия. Кости, суставы и так далее, все подобные структуры, они очень капризные в плане флоры. Поэтому готовиться мы должны тщательней, чище и аккуратнее. Самое главное, день будет посвящен фактически структурам, анатомии и так далее. Но без этого никуда. Кости предплечья. Вот, они у нас тоже есть, их у нас тоже две. Это локтевая и лучевая кости. У них точно так же есть суставы дистальные, проксимальные. Проксимальный сустав – это локтевой. Дистальный, соответственно, будет лучезапястный. Какие очень важные моменты этой зоны, которые нужно учитывать как раз-таки при реконструкции переломов? Если мы положим пальцы на предплечье, подвигаем кистью в этом направлении, они между собой в норме двигаются. Что это значит? Раньше рекомендовали, например, при фиксации лучевой кости обязательно дополнительно фиксировать ту же конструкцию.